Сейчас перенесу на пол, кофейку положу. Здравствуйте, офицер, это мой пончик был. Пошел вон, я тебе сказал, ты меня уже достал. А? Это мой ключик, не смотри на него. Что в голове у этого офицера закрывать на замок свою машину? А это что-то... О, как громко-то! Ай да, гений, коп выбежал, а я захожу. А вот эта дверь... Ух ты, она тяжелая какая-то. Надо бежать. Ух, чуть не был пойман. Костюм ворона. А здесь он прятал детишек. Да здравствует лом, ломатель древесины. Этот изверг закапывал детей на заднем дворе. Ну что ж, с одной пропавшей мы разобрались. Девочку нашли. Мне сказали, что вот это моя комната. Но какого, черт подери, она заперта? Пустите меня в мою комнату! Еще и доски залепили. Пойду жаловаться. На ресепшене сказали, что у них вход осуществляется через окно. Вот мое, кстати. Им повезло, что у меня есть физподготовка. Вот это сервис, да? Вместо лифта перелом тазобедренной кости. Все, я в номере. Я вошел. А вот и мое оборудование. Телек и камера. Надо проверить оборудование. Камера фурычит, крутится, вертится. А что это у меня под носом за солома? Кровать, как я тебя мечтал. Поспим. Ну, споки-ноки. Восемь, да ты. Подъем. Так, значит, оборудование берем. Ну и, собственно, пойдем. Да, через окно, естественно. Обход территории покажет нам, что... Так, где моя тачка? Что, эвакуировали, что ли? Вот шакалы. Короче, нам нужно выяснить, что это за город и какой контингент в нем. Ого, вот это домик. Мощно. Выяснил, что в конце улицы живет какой-то богатенький пенсионер. Сейчас посмотрим, что у нас в пекарне. Ой, мадемуазель, вы что, нужду справляете прямо за рабочим местом? А, это фартук у вас, так теребонькается. А, ясно, у вас особые отношения с фартуком. Но это не мои дела, мои дела это расследовать преступление. Снова вернулся в этот дом. Я думал, что полисмены уже уехали, но нет, они еще здесь. До сих пор пончики жрут, негодяи. В общем, я думаю, что я не все улики здесь еще нашел. Надо пошастать хорошо. В подвале-то мы были, а вот на чердаке... На чердаке мы не... Какая здесь темень? Что тут происходит? Почему физика здесь не работает? Вроде светло, день, а такая темень. Окна есть, через окна свет сюда не попадает вообще? О, лампа. Лампа сдохла. Понятно. Выкручивайся как хочешь. Слушай, есть идея. Что насчет камер? Давай камеру установим. Может, у нее ночное видение есть? Не, ночного видения нету. Зато я увидел кое-что другое. Смотри в мои глаза. Смотри в глаза. Ты это видишь? Там фак в облаках нарисован. Милая бабуля сказала, что наверху улицы живет какой-то вредный старикан. Осталось только выяснить, в каком доме. Это ТПОС. ТПОС. Странный знак. Смотри, сюда нельзя. Он Терни Икс. Запрещено входить людям. Я слышал звуки. Человеческие звуки. Медведь. В доме медведь. Интересненько. В почтовом ящике есть письмо. Но встретить я его не могу. Какое? Что за магическое письмо, которое я не могу взять? Объясните мне это. Объяснимо, ну факт. Мне нужен этот. Дружко. Дружко, выезжай. Ты мне срочно нужен. Дома вроде бы никого. Опа, вот и дед. Сидит на заднем дворе. Тогда мы воспользуемся этим моментом и проникнем его в дом и поищем улики. Смотри, какой дырявый пол. Интересно, от чего это? На втором этаже есть кровать. Еще одна дырка. Вот рабочий стол.
Надо спуститься на первый этаж, на втором все. Ой, добрый день, я тут туалет искал. Короче, дед и вправду вредный и очень опасный. У него, прикинь, ружье есть, я чуть кони здесь не откинул. Блин, копытца бы тут не оставить и вправду. О, душевая. Ну, по традиции включим здесь все. Можно помыться, поплескать свои подмышечки. Все, пот пошел, пар в смысле пошел. Заглянуть в холодильник надо, вдруг пожрать что есть. Нет, пожрать ничего нету, дед не гостеприимный, телек показывает какие-то кубики. Это говорит о том, что он гипнотизирован. В шкафу не пахнет, значит дед им не пользуется. На полках ничего нет, на столе ничего нет, крошек от хлеба нет. Это говорит о том, что дед здесь не живет. Еще один медведь, так этого медведя я и видел. Здорово, медведь. Какой ты прикольный, большой, во весь рост. Опа-на. Медведь, прикрой меня. Миша, я буду по гроб жизни тебе обязан, если ты меня защитишь от этого усача старого. Фух, пронесло. Он сваливает. Миша, я не знаю, чем я тебе буду обязан, но я тебя могу выпустить на волю, если что. Смотри, сколько рогов тут висит. Обалдеть. Это охотничий домик. Это реально охотничий домик. Это не его квартира или дом. Он здесь не живет. Это домик охотничий. Все теперь ясно. Интересно даже, что же я увижу у него в подвале. Куча коробок. Еще один медведь. А что он тут делает? Он там что-то мастерит. Это типа мастерская у него внизу. Чинило? Ты что там начинил? Он снова сваливает. У него что-то в руках. Получается, он что-то намастерил там. Ну хорошо, пока он ушел, мы здесь осмотримся. Бревнышки лежат. Это у него верстак. Блин, он вернулся. А дед-то, оказывается, продуман. Черт, он ружье достал, бежим. Мама! Плюс одна дырочка в моей пятой точке. Короче, мне повезло, дед заряжает свое ружье солью, поэтому отделался царапинами. Что? Ах, ты извращуга, ты за мной подглядываешь? Куда он делся? Почему я вижу свои глаза внутри своей черепной коробки? Блин, моя башка загородила анимационную картинку. Я все пропустил. Дурная башка. Так, а какого черта я должен лезть через окно? Я сейчас выломаю эту дверь. Ломик, иди сюда. Я тебя потерял, но я за тобой вернулся. Сраная доска, как ты меня бесишь. Обожаю звук металла. Ну все, те кранты. И это ни разу не порча имущества. Я просто хочу заходить себе в комнату через дверь. Вот. Как белый человек. Так, погоди. Почему у меня здесь лом лежит? Минуточку, здесь кто-то был? Пока меня не было, кто-то залез ко мне в номер, положил лом. А, это, наверное, горничная приходила убираться и закинула лом на всякий. Ну ладно, утро вечера мудренее, поэтому давай поспим. Все на месте, подглядывал котелек, ключи, лом. Все, вроде пока я спал, никто у меня ничего не стырил. Это хорошо. Как прекрасно выходить через дверь. Не понял. Что за проблемы? А, пузо торчало. Понятно. Дверь не закрывалась из-за моего пуза. Сверимся с нашим планом. Итак, что же мы имеем? Мы нашли девочку, и пока я спал, каким-то чудом еще нашелся пацан. А если более конкретно, пацан в кепке. А пацан без кепки не нашелся, и все ниточки ведут к соседу в доме напротив. Утро. Прекрасное время, чтобы выпить чашечку кофе и съесть булочку. Круассан. Французские булки. Горячий кофе. А это что за крендель у вас там в шкафчике? Так, пожалуй, я зайду сюда. Пирог. Вишневый? Или... Крендель тоже здесь. Крендель там. Везде крендельки. Там круассан. А это что за мука? Я могу что-то здесь испечь? Давай, печка, пеки мне булки. Да, конечно, словами одними я не отделаюсь. Ясно. О, стол, где стряпают все. Часы, чтобы засекать время. Кажется, я их завел. Верстак для булок. А это что такое? Зубочистка? Отмычка. Пригодится. В нашем нелегком деле она пригодится. Заперто. Странно как-то. Звука, что дверь заперта, нету. Но она заперта. Вот, здесь звук открывания двери, скрипа есть. Будильник сработал, я слышал. Пекарь.
Но это дама. А как дама? Пекарь — это мужчина, а пека... пекарщица. Господи, она обиделась, надо валить отсюда. Не так обозвал, и все, я тебя могу зубочисткой затыкать, если что. Да, это отмычкой. Так, минуточку. Возьму-ка я лом на всякий пожарный. Ломом лучше обороняться будет. Тетечка уходит. Я снова завожу будильник. Смотри, она взяла муку мою, которую я затолкал в печку. Куда ты потащила мою муку? А ну иди сюда, я с тобой сейчас разберусь. Ой, нет, я пошутил. Минуты, она так агрессивна, она меня этим мешком сейчас и заколбасит. Слушай, я что-то очкую, она такая качок. Мощная тетечка. Ну правильно, булки-то месить, это тебе не хухры-мухры. Мышцы накачаешь. Как бы открыть вот эту штуку? Погоди, отмычка зеленая. Зеленый замок должно сработать. Да, крендель-ключ у меня в кармане. Капец, он здоровый, какой-то странный ключ, но надо отсюда валить, иначе меня сейчас запрессуют. Мадемуазель, пекарщица. Она взяла мою муку. Ты что хочешь? Я знаю, где здесь есть полицейский сейчас. Ага, она не ко мне идет. Она пошла куда-то в другое место. А, она мою муку выкинула. Слушай, тут есть, оказывается, второй этаж. Вот здесь, смотри. Сейчас посмотрим, что у нас имеется на втором этаже. Наверняка найдем какие-нибудь улики. Фотографии не с родителями, а с печкой. Она помешана на печке. Чашечка, пружина из дивана. Можно выйти на террасу. К вывеске. Прекрасный вид, но здесь больше ничего нету. Кроме окна. Санузел. Как мне показалось, это в санузел. Возвращаемся. Это ее спальня. Вот сразу видно, что человек здесь живет. Книги, на столе там кружечки всякие, да, вот книжечки. Видно, что живет. Все, мы в санузле. Открываем душ, конечно же, помоемся, помочим свои три волосинки под носом. Заперто снова. Почему заперто-то? Дверь изнутри заперта. Значит, отковыриваем вот эти доски. И, по идее, мы должны туда проникнуть. Если есть у тебя лом, то все двери перед тобой открыты. Запомни это. Давай. Есть. Мы сюда проникли. Но что же здесь? Здесь, походу, ни черта нет, кроме окна. Ну, давай хотя бы окно откроем. Да, здесь пусто. И темно. И прохладно. Лампочка есть, но толку от нее нет. Ну все, я весь день суетился, бегал, делал дела. Настал вечер, и пришло время проникнуть к соседу. Естественно, мы попадем в этот дом не через парадную дверь. Можно было, конечно, здесь забраться, через вывеску. Но я хочу осмотреть все в округе. Как всегда, у соседа самый стрёмный дом. А это колесо обозрения. Колесо обозрения, которое я видел в парке развлечений. А это дорога, которая ведет к колесу обозрения. То есть в парк развлечений. Боже ты мой. К сожалению, сейчас я туда пройти не могу. Получается, что сосед... Так, минутку, а куда дорога ведет? К дому сосед... К гаражу. То есть до парка развлечений он добирался на машине. Так, я решил вернуться к соседу днем, потому что ночью ни черта было не видно, фонарика у меня не было. Да и днем больше всего можно рассмотреть. Главное, чтобы нас не застукали другие соседи. На втором этаже соседа нет, это хорошо. Заперто. Ты это слышишь? Я слышу, как хныкает ребенок, а сосед что-то там делает. Мне не показалось ли? Прислушиваемся. Реально, хныкает ребенок. Арт подери, косолапе подкачало. По тоненьким досочкам неудобняк ходить. Значит, выходит, что какой-то ребенок жив. Мне же не показалось, что там кто-то хныкает. И хныканье было детское. Мне срочно нужно проникнуть в дом и все выяснить. Но проблема в том, что я не могу найти проход. Хотя, возможно, вот здесь вот. Черт, окно закрыто изнутри. Рано обрадовался. Значит, лезем выше. Где-то же должна быть лазеечка. Должна быть. К тому же крыша дырявая. Как я высоко взобрался. Не шлепнуться бы отсюда на свою пятую точку. Опа.
Я увидел, значит, скворечник, через который могу пройти. Ну, то есть окно. Сейчас мы туда вернемся. В трубе дырище. Интересно, я сюда пролезу или нет? Может, я как Санта спущусь через дымоход, а? И проникну в дом. Югу! Что? Что во имя Илона Маска это значит? Это тюрьма? Трубная тюрьма, что ли? Нет! Помогите! Выпустите меня отсюда! Help me! Выпустите, помогите! Ну все, это фиаско. Походу, это конец моей истории. И как мне теперь отсюда выбраться? Это же тюрьма! Чтоб ее! Помогите!